Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги, мы сегодня с новое видео. Это то самое видео, которое я вам обещал на 200 лайков. В этом видео я покажу, куда я потратил 145 миллионов. И да, пацаны, хочу вам сразу сказать, если вы наберете 300 лайков за 3 дня на этом видео, то я сделаю конкурс на 10 миллионов. Поэтому, пацаны, не ленитесь, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить данный конкурс. Я думаю, вы сможете справиться. 300 лайков за 3 дня, я думаю, это возможно, потому что 200 лайков вы набрали меньше, чем за сутки спокойно. Но 300 лайков, думаю, тоже сможете набрать. Перед тем, как я вам все покажу, хотел бы напомнить, что у меня есть свой промокод. Пишите вместе капсом Кирилл Гейм. На 5 уровне получите 50 тысяч, на 10 уровне вы получите 100 тысяч. Да, пацаны, кстати, я снимал то, что я покупал. И я предлагаю сначала посмотреть эти фрагменты. Но я снимал не все, что я покупал, поэтому чуть позже, когда вы посмотрите, я что-нибудь добавлю. Поэтому желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Погнали! Итак, первая машина, которую я купил, это был Nissan GT-R на Full Blood номерах. В принципе, номера у него вот такие вот, 3S3/4, но они были другого цвета. Как только купил GT-R, я сразу поехал на рынок и купил 3 покраски на номера. Итак, я этот Nissan GT-R купил за 38 миллионов. И давайте перед тем, как я продолжу, пацаны, сразу скажу вам. Те, кто будет писать, вот лучше бы ты оставил деньги на Go, вот лучше бы ты там раздал бы эти деньги, вот там лучше бы ты, не знаю, купил бизнес. Во-первых, у меня есть бизнес, это Estover Zamasi. Во-вторых, я и так раздавал бабки, и в третьих, я вложил эти деньги в машины. Если бы эти деньги оставил бы на руках, я по-любому их бы просрал и, скорее всего, может быть, даже в казино. Поэтому я решил вложить деньги в машины, чтобы если мне нужны будут деньги, я просто продам какую-то машину и все, как бы. А если я буду держать эти деньги на руках, то я буду просто их раздавать, просирать в казино там и еще что-то делать. Ну, короче, думаю, вы поняли. GTR этот очень классный, мне он очень нравится. Я купил из-за того, что, ну, во-первых, мне нравится GTR, во-вторых, в ГО на него будет очень классный тюнинг, и в-третьих, здесь класс номера. Также я потом поехал в СТО свое, которое находится в Арзамасе, и сделал здесь полный тюнинг. Давайте я вам покажу. Вот Карпас 3. Да, целочку здесь надо починить. Она здесь была 89, я чуть покатался, но в принципе в этом ничего страшного нет, потому что у меня коттедж, и я целку могу сам спокойно починить. Я сделал полностью ФТ и, в принципе, я рад этой покупке. Следующая машина, которую я купил, это Audi R6. Честно, я не знаю, зачем я ее купил, потому что, ну, номера не спорю, здесь классные. 3W3/5. Я люблю V-шки, в принципе, классные номера. Но, блин, мне почему-то RS-ка сама по себе не очень нравится. Как бы я ее сделал такой, которая у меня была зимой еще. Я думаю, кто помнит мои видосики зимой, когда у меня была RS-ка, у меня она была именно вот такого вот цвета и на таких же дисках, но на других номерах. Вот такие вот номера, 3W3/5, купил ее за 45 миллионов. Давайте я покажу Карпас, я с ней ничего не делал, только диски поставил и перекрасил. Я хотел ее сделать ФТ, но потом как-то передумал, решил не тратить на это деньги. У нее здесь установлен чип, антирадар, целка 98, плоскость 7,5. Следующая машина, которая должна быть, пацаны, это КамАЗ, то есть Volvo, но я ее подарил другу, а друг ее уже продал, как бы. Ну, в этом ничего страшного нет, но давайте вам вкратце расскажу, что это была за машина. Я купил эту машину подписчика, на ней были, короче, были такие полублаты. Я эти полублаты покрасил покраской в красный цвет и сделал ФТ, этот КамАЗ, как бы. Я вложил в этот КамАЗ еще 6 миллионов, то есть я купил его за 6,2 и вложил еще в тюнинг 6 миллионов и покрасил номера, как бы, и вышло 12 миллионов. Но я подарил этот КамАЗ как бы своему другу, но этот друг хочет себе другую машину, и поэтому как бы я купил газон
и он мне еще должен как бы деньги. То есть он мне должен 15 миллионов, плюс я откупил этот газон, потому что он не мог зайти в игру, и в итоге он мне должен 27 миллионов получается. И как он зайдет, я думаю, он как бы мне эти деньги даст и заберет этот газон себе, потому что как бы КамАЗ он продал, деньги я ему в долг дал, в принципе он хотел купить Магнум, но как бы не получилось. Но я купил ему газон, газон реально классный, пацаны, я на нем поездил 2 часа рейсы, и это очень круто. Вот в чем плюс вообще газона, в том, что вот, допустим, вы берете рейс, вам пишет, что вам заплатят 50 тысяч. Вы приезжаете, и вам действительно платят столько, сколько вы написали. То есть комиссии на газоне вообще нету, и это реально очень круто. В принципе, он как бы нулячий, здесь только чип стоит, и все, целостность 100. Итак, куда ушли остальные деньги? Также я подарил 10 миллионов ютуберу, это Энил Шоу. Может, помните, Тимоха Домино, короче. Сейчас у него как-то... по-другому канал называется, Bad Führer, или что-то типа такого, я название до сих пор выучить не могу. Но кто, в принципе, его знает, тот поймет. Я ему подарил 10 миллионов, и ему также подарил 3 миллиона Егор Вилла, и он купил себе такой же газон. Видео как бы есть на его канале. Куда делись еще деньги, пацаны? Я купил номер, как вот, я купил номер ХКК38 за 3 миллиона. Также я еще бабки раздавал, в принципе, ну, достаточно много денег я именно раздал. Как бы я не помню, что я еще покупал, в принципе, вроде бы как ничего больше не покупал. Также хочу сказать большое спасибо моему подписчику, это Ваня Путбуль. Данный пацанчик, данный мой подписчик ушел с проекта и подарил мне как бы 14 миллионов. Я хочу сказать ему за это большое спасибо, просто реально огромное тебе спасибо. Жалко, конечно, что он ушел, как бы он ушел за того, что типа вот на Амазинге нету РП, все дэмят. Ему это не нравится, он решил уйти с проекта. Я желаю ему только удачи. Ну что ж, пацаны, вот такое вот получилось видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Напоминаю, набирайте 300 лайков за 3 дня, и я делаю конкурс на 10 миллионов рублей на первом серваке. Поэтому, пацаны, не ленитесь, просто поставьте лайк, подпишитесь на канал. Я просто реально хочу, чтобы мы набрали до Нового года 16500 подписчиков. Не ленитесь, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и ждите новых видео. Всем пока-пока.